Он на собственном примере показал, что можно успешно и, самое главное, с пользой для людей заниматься одновременно наукой, бизнесом и изобретать новые методы лечения. Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Мать и дитя», профессор, доктор медицинских наук Марк Курцер сегодня гость программы «Светская хроника» с Евгенией Машко. Генеральный партнер программы – сеть салонов кожи и меха «Крисида». Зимняя коллекция «Крисиде». Дубленки, мутон, пуховики от 20 тысяч «Крисиде». При покупке норковой шубы кожаная куртка в подарок. Огромный выбор «Крисиде». Добрый вечер, с вами «Светская хроника» на М-телевизион, время известных людей в эфире. Добрый вечер, Марк Аркадьевич. Добрый вечер. Марк Курцер родился 30 июня 1957 года в Москве. В его семье не было врачей, поэтому стать эскулапом ему посоветовал дядя, врач-физиолог. Марк Курцер окончил Московский государственный медицинский институт имени Пирогова. Уже во время учебы он ассистировал лучшим врачам, набираясь опыта и разбирая ошибки медицины. Но опыт и практика позволили молодому Курцеру окончить ординатуру, стать доцентом кафедры акушерства и гинекологии, а в 37 лет занять пост главного врача Центра планирования семьи, самого большого роддома Москвы. В 2002 году Марк Курцер стал главным врачом-гинекологом Москвы и проработал в этой должности до 2012 года. Марк Аркадьевич организовал школу молодых врачей-акушеров-гинекологов-эндоскопистов, лично подготовил несколько кандидатов и докторов медицинских наук, является автором нескольких изобретений в области акушерства и гинекологии. Марк Курцер является лауреатом премии правительства России в области науки и техники, премии «Лучшим врачам России призвание», награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Комплекс открылся после Москвы и Московской области, Башкирии. Почему именно здесь? Вы делали какую-то аналитику, что именно вот такой перспективный регион? Ведь все-таки вы не только медик, но и бизнесмен, да, который делает некоторые аналитические прогнозы. Во-первых, большое спасибо вам за такие теплые слова. В самом деле, впервые мы вышли за пределы московского региона, Москвы и Московской области. Впервые мы построили многопрофильный госпиталь, в котором 35 тысяч квадратных метров, где будет работать в общей сложности сначала более 800 человек, а мы увеличим до 1000 человек, где будет получать медицинскую помощь огромное количество пациентов. Это жители Башкортостана. Я надеюсь, что, может быть, со временем, да, здесь начнется медицинский туризм, когда из других регионов, в том числе, я думаю, из Москвы, пойдут пациенты за той помощью, которая здесь будет оказываться. В Уфе появился новый суперсовременный перинатальный центр. На его открытие сегодня приехала вице-премьер правительства Ольга Голодец. Центр создан на базе крупнейшей в стране профильной группы компании «Мать и дитя». И это пример успешного партнерства государства и частного бизнеса. В нем деньги, привлеченные российским фондом прямых инвестиций, деньги частных инвесторов, в том числе из-за рубежа. Это первый многофункциональный стационар такого масштаба. На одной территории и родильный дом, и отделение патологии новорожденных, центр репродукции и первый в Башкирии банк стволовых клеток. Ежегодно клиника сможет принимать до 240 тысяч пациентов. В ней новейшие мировые технологии и высококлассные специалисты. Они будут помогать молодым семьям пройти весь цикл от планирования до рождения ребенка. Центр строился 1,5 года. В нем 3 корпуса, 33 тысячи квадратных метров. Врачи рассчитывают, что ежегодно, под их чутким наблюдением, там будут появляться 3000 маленьких россиян. Почему мы выбрали именно этот регион? Здесь совпали очень многие факторы. Часть из них объективны, часть субъективны. К объективным факторам мы относим это высокую рождаемость, количество родов на 1000 населения. Здесь, в Башкирии, да. Общее количество родов 63 тысячи. Это при количестве жителей более 4 миллионов, я точно не помню общее количество жителей. Хотите сказать, что Башкирия по сравнению с другими регионами России больше рожает? Я, может быть, не так до конца владею статистикой, но я сравниваю, например, если с Москвой, то где 12,5 миллионов и 132 тысячи родов, то в Башкирии 4-3 раза меньше, а родов всего лишь в 2 раза меньше. Первый. Второй фактор, который повлиял на принятие решения, это вообще уровень медицинской помощи, он очень высокий в Башкирии. И очень хороший башкирский медицинский университет. Выпускаются выпускники, это бывшие студенты, сегодня это уже врачи различных профилей, они обладают большими навыками, как теоретическими знаниями,
знаниями, так и практическими. И третья субъективная причина, почему мы здесь стали работать, то, что у нас здесь очень хорошая уже работающая амбулаторная клиника с очень хорошим эффектом. Возглавляет ее Назыру Алсугазимовну, которая одна из лучших, да, возглавлять, да, на сегодняшний день менеджеров, комплекс. Коммуникаторов, и которая сделала огромную вещь в том, чтобы мы получили разрешение на строительство, чтобы мы выбрали правильный проект, его построили в сроки, оснастились. И сегодня вот команда, это вот Алсу Газимовна Насырова и Борис Александрович Конопьев, вот является тем оплотом и тем третьим субъективным фактором, почему мы открылись здесь. Клинический госпитальный комплекс группы компаний «Мать и дитя», открывшийся в Уфе 31 октября этого года, стал третьим в стране, первые два в Москве и в подмосковном Лапино. Это суперсовременный центр, состоящий из трех корпусов общей площадью 32 тысячи квадратных метров. Ежегодно в его стенах смогут принимать роды до 3500 будущих мам. Уфимский госпитальный комплекс, так же как и московский, включает в себя детские и взрослые стационары, детскую и взрослую поликлиники, роддом, отделение лечения бесплодия, диагностическое отделение, хирургический центр, скорую помощь, банк стволовых и мезенхимальных клеток. Преимуществами госпитального комплекса являются высокий уровень квалификации врачей с многолетним опытом, использование новых современных методик при диагностике и лечении, самое современное оборудование, комфортные условия размещения в стационаре, собственная лаборатория с возможностью экспресс-диагностики и шестиразовое питание ресторанного типа. Базовая стоимость проведения родов в Уфимском клиническом госпитале, который включает в себя трехдневное пребывание, весь комплекс медицинского обслуживания, анализов и диагностики составляет 60 тысяч рублей. Это на 20 тысяч рублей дешевле, чем в Москве. Марк Курцер, практикующий хирург, и в Уфе он также будет периодически проводить операции. Марк Аркадьевич, я понимаю, что ленивый только не выразил свое восхищение. За полтора года такой огромный комплекс, даже несмотря на то, что есть инвестиции, это все понятно. Тем не менее, есть человеческие факторы, какие-то там строительные моменты и так далее, и так далее, и так далее. Вы все успели сделать в планируемом открытии? Мы все успели сделать. У нас уже 1 ноября произошли первые роды, у нас родился мальчик. И для акушеров это имеет большое значение. Мы считаем, что мальчик, да, к удаче, что это будет очень удачный госпиталь с большим количеством. С удачным началом. Да. Почему нам это удалось? В первую очередь, то, что без поддержки правительства республики это было бы невозможно. Я, пользуясь вашей передачей, хотел бы выразить огромную благодарность, да, президенту Башкортостана Хамитову Рустаму Закиевичу и его супруге Гульшат Гафуровне. Угу. Она же светская передача. Была ее постоянная поддержка, контроль, бесконечное количество совещаний, поддержки. Даже когда нам казалось, что все, нас должно посетить отчаяние, да, поддержка. А вам так казалось? Всякое было, конечно. На каком этапе? Бывали, ну, разные этапы. Это в основном это и технические условия получения, и выселение гаражей, которые стояли на этом месте. Много было препонов. Угу. Но я еще раз подчеркиваю, что это, наверное, один из основных факторов, почему мы решились на строительство и инвестирование сюда денег, почему мы успели за такой рекордный срок построить, и почему мы с такой большой уверенностью смотрим в будущее. Группа компаний «Мать и дитя» – коммерческая организация, однако руководство страны, в том числе президент России, председатель правительства, руководство Министерства здравоохранения и социального развития, а также руководство Республики Башкортостан отмечают огромную социальную значимость проекта и важность в работе специалистов клиники «Мать и дитя», направленной на развитие медицины, здравоохранения и науки в России, и оказывают всемерную поддержку. Марк Курцер принимает постоянное участие в социальных благотворительных акциях, в том числе проводит операции сложных пациентов. Марк Аркадьевич, ну вы сказали, что первые роды уже произошли, был мальчик, 1 ноября, такая символичная дата. Вы действительно планируете приезжать в Уфу и тоже принимать роды у башкирских женщин? Да, да. Я планирую приезжать, консультировать, я уже консультирую. Я планирую проводить роды, оперировать, и не только акушерские, но и гинекологические операции. Я планирую здесь работать. Мне здесь безумно нравится. Безумно нравится все. Мне безумно нравится климат, большое количество солнечных дней, логистика города, отсутствие этого безумного трафика московского. А мое рабочее место, вот операционные, да, родильные залы, они даже превосходят.
уровень московских клиник. Вся Москва и огромное количество звезд шоу-бизнеса и просто богатых людей мечтают родить у Курцера. Это становится, я не знаю, неким символом, может быть, успешных родов или статусностью, или чем-то еще. Все хотят попасть к Марку Аркадьевичу. Насколько башкирские женщины могут себе это позволить? Какова стоимость проекта роды у Курцера? Есть вообще такое понимание? Да, я готов на это ответить. Но, во-первых, вы, конечно, преувеличиваете мою популярность. Вы преувеличиваете популярность мою. Все говорят только о вас. Мою популярность. Я врач, я в самом деле врач, я в самом деле акушер-гинеколог. Я в самом деле планирую работать примерно минимально там одну неделю, скорее всего, больше в году именно здесь. Я планирую очень часто, там, до 15 раз в год, бывать здесь, в Уфе, и не просто бывать, а проводить конференции, обходы, оперировать, консультировать, да, разрабатывать современные методики, внедрять их здесь. Я все хочу сделать с тем, чтобы, так сказать, это был в самом деле не просто лучший медицинский, а научно-медицинский, методический. Мы провели предварительные переговоры с господином Павловым, ректором Башкирского медицинского университета, о том, чтобы создать совместную кафедру. Да? И в самом деле делать все для того, чтобы это было современнейшим медицинским учреждением. Теперь о стоимости. Значит, стоимость родов у нас, независимо от квалификации врача категории, составляет 60 тысяч рублей, куда вот входят все пособие, анестезия, все, что необходимо пациенту в процессе родов. Даже если роды вынуждены мы перейти на оперативное родоразрешение, все равно цена от самих родов не меняется. Если запланированное кесарево, то? Тоже 60 тысяч рублей. Вот видите, дорогие телезрители, огромное количество слухов ходит, а оказывается, вот из первых уст звучат совсем другие, в принципе, вполне доступные цифры. Многие известные люди, которые не сходят с экранов телевизоров, о которых знают и говорят все звезды эстрады, политики, спортсмены, актеры кино и театра, предпочитают обзаводиться потомством в клинике «Мать и дитя». Например, самые известные роды прошлого 2013 года, когда на свет появились двойняшки примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой, прошли именно в клинике «Мать и дитя». Группа компаний объединяет 22 медицинских учреждения, в том числе 3 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Самаре, Иркутске, Ярославле и в Уфе. Среди пациенток в клинике «Мать и дитя» было больше 10 женщин, рожавших в возрасте 60 лет. Многим пациенткам больше 50. Рожать в таком возрасте позволяет не только здоровый образ жизни самой женщины, но и высочайший уровень обслуживания и обеспеченность всем необходимым оборудованием. В клинике «Мать и дитя» заботятся не только о пациентах, но и о персонале. По данным ведущих деловых изданий, средняя зарплата врачей клиники – самая высокая в медицинской отрасли страны. Продолжение программы смотрите после короткой рекламы. В том, что в 2012 году рентабельность составила больше, чем у «Газпрома». В госпиталь в Уфе мы инвестировали 4,5 миллиарда рублей. Нам надо эти деньги вернуть. Марк Аркадьевич, вы профессор, доктор медицинских наук, читаете лекции. Тем не менее, вы успешный бизнесмен, который находитесь в списке Forbes. Эксклюзивный партнер программы «Светская хроника» Сергея Машко – ювелирный салон «Милор». Любите друг друга и дорожите каждым моментом. «Милор» в каждом счастливом мгновении.